Так, у нас пока настраивается. Добрый день, уважаемые подписчики. Город Хабаровск. Мы находимся на пресс-конференции общественного движения Народного совета 27, на котором активные граждане расскажут, чем занимался совет 4 месяца и ответят на вопросы. Напомню, Народный совет 27 был организован после силового разгона митинга 10.10.2020 года, чтобы наладить жизнь в регионе самостоятельно и законными методами. Сейчас мы будем здесь присутствовать, слушать. Секундочку. Всем добрый день, кто только подключается. На пресс-конференции можно увидеть знакомые лица. Алло, Леша, у меня трансляция не идет. Можешь ключ глянуть? Всем добрый Добрый день! Рада приветствовать здесь наших граждан, наших жителей Хабаровского края. Народный совет 27 сегодня организовал общее собрание и участников Народного совета нашего общественного движения, и тех, кто желает вступить в Народный совет и принять активное участие в жизни нашего Хабаровского края. Сегодня у нас основная цель собрания – это как раз привлечение внимания и привлечение...
привлечение новых сторонников в наши ряды и активная работа. Сегодня мы расскажем о том, что нами уже сделано, о наших планах на будущее. Ну и послушаем вас. Сегодня будет работать открытый микрофон. Каждый, у кого есть какие-то идеи, да, по поводу участия в Народном совете, какие-то предложения, сможет выступить сегодня и высказать свои идеи. Сегодня можно будет заполнить анкеты после окончания собрания для тех, кто решит вступить в Народный совет 27. Заполнить анкеты и сдать. И далее уже продолжать активное участие в работе Народного совета. Ну и первое слово у нас предоставляется председателю общественного движения Народный совет 27, это Ященко Денис. Спасибо большое. Подальше микрофон нужен. Ну, я постараюсь, да? Дохлый номер. Надо потише сделать, это динамики накидывают. А где потише, там сделать? Да, где. Давайте так. Вы позанимайтесь, где можете. Помогите. Что надо? Вы там живет человек? Нет. Денис у нас есть, мастер на все руки. Все здесь. Ну, сейчас вроде нормально, все не фонит, ну что. Еще раз извиняюсь, я повторюсь сейчас, зачитаю повестку собрания. В общем, в самом начале у нас будет краткий отчет о создании деятельности совета и планы на ближайшие перспективы. А вторым пунктом, наверное, плавно к нему перейду, это обращение к жителям, желающим вступить в актив Народного совета. Позже передам слово Александру Каневу, он выступит с обращением по наблюдателям. Также с обращением выступит Ирина Сторожева на тему, что есть российский народ и кому мы платим контрибуцию. В заключительной части у нас будет открытый микрофон, ему будет посвящена основная часть времени. У нас 2 часа, и поэтому просьба для всех соблюдать регламент, который будет выделен на каждого человека, 3-5 минут. И ответственно за регламент будет Александр Скарбов. Он дал добро свое. Так, и начнем. Начну я с отчета. 14 ноября 2020 года состоялось учредительное собрание, результатом которого стало образование общественного движения Народный совет 27. Также был создан актив Народного совета из числа участников учредительного собрания. Протокол собрания имеется, желающие могут с ним ознакомиться. В актив вошли люди с разными политическими взглядами. Главным критерием вхождения в актив является отсутствие разногласий по политическим взглядам. И как основа, это общие практические интересы. Это необходимо, чтобы Народный совет в самом своем начале и в дальнейшем не разделился на разные лагеря. Что было сделано Народным советом? Было проведено 3 конференции на разные темы, совместно с разными организациями и общественными движениями. Целью проведения конференции является привлечение внимания и освещение особо острых и важных проблем нашего края.
есть реальный результат. Это придание огласки строительства завода в Ермайском районе. Не приписываю, конечно, эту заслугу Народному совету, но свой вклад в борьбе за общее дело совет все-таки внес. В итоге был проведен референдум и удалось отстоять волеизъявление жителей Ермайского района. Это и есть пример того, что объединившись, можно решать общие проблемы. Также Народный совет принял совместное участие в митингах и автопробеге против репрессий за свободу политзаключенных. Инициаторами митингов являлись Левый фронт и Движение за новый социализм. Народный совет выступает за сотрудничество со всеми общественными организациями, движениями и профсоюзами. Основной целью Народного совета является активное участие жителей Хабаровского края как в повседневной жизни, так и в политической. Запрос на представителей народной власти возник уже давно. Реализовать этот запрос способен только сам народ, и мы можем это сделать путем создания народных советов на местах. Вот, кстати, я тут остановлюсь немножко. У нас есть хороший пример. В начале марта была организована поездка в Ванино, где в результате этого у нас создалась такая небольшая, но боевая ячейка в городе Ванино. Люди очень активны, поднимают тоже важные вопросы. Это как раз перевалка угля в Ванино и прочих. То есть в дальнейшем мы будем всегда совместно работать. Продолжим. В каждом районе, поселке и даже маленькой деревне должен быть свой народный совет или объединение. Люди должны иметь возможность формировать и готовить своих кандидатов на выборы. Попутно решать проблемы у себя на местах. Через совместное взаимодействие мы можем оказывать помощь в организации освещения той или иной проблемы. А самое главное, организованно подойти к выборам. Это подготовка кандидатов, помощь в сборе подписей, участие наблюдателями и, соответственно, явка на выборы. Цели, конечно, амбициозные, но вполне реалистичны. Что для этого необходимо? Необходимо не наблюдать со стороны, а принимать активное участие. Чем больше у нас будет, тем больше возможностей перед нами открывается. Что касается финансовой стороны и за чей счет все это происходит. Ну, спонсоров у Народного совета, естественно, нету. Спонсоры – это мы сами. Мы отрываем свое время от своих семей, мы отрываем какие-то финансы от бюджета семейного. Ну, в общем, мы понимаем, что это необходимо. И в этом случае тоже необходима активность людей, и от этого напрямую зависит наши возможности. К чему я призываю, то есть к чему призывает актив Народного совета. Ну, на этом у меня все. Я передаю слово Александру Каневу. Он расскажет о наблюдателях подготовки. Друзья, здравствуйте. Александр Канев меня зовут. Я являюсь членом актива Народного совета 27. Также еще я являюсь членом актива Движения за новый социализм в городе Хабаровске. Что хотелось бы сказать? Хочу сначала выразить признательность, конечно, всем организаторам данного мероприятия и, соответственно, учредителям Народного совета. Потому что данная площадка позволяет людям с различными политическими взглядами, как бы объединенных одной целью, заниматься общим делом по налаживанию жизни в Хабаровском крае, именно так, как видим мы, это граждане Хабаровского края. По наблюдателям. Значит, все, наверное, видели недавний скандал в нашей Хабаровской думе городской, как у нас там люди свергают по желанию губернатора, председателя и против депутатов со своих мест. Собственно говоря, тем самым они показывают, что Дума не является как бы независимым у нас представительным органом. Соответственно, в следующий раз, когда будут предстоять очередные выборы, чтобы нам обезопасить себя и свое общество именно от прохождения таких кандидатов, а именно нам нужны на этих местах кандидаты, которые будут независимо исполнять как бы, мнение и волю народа, их чаяния и требования. Поэтому, чтобы контролировать ход этих избирательных процессов и именно не дать воспользоваться неиспользованными бюллетенями, которые появляются с нашей низкой явкой, то есть мы хотим создать Хабаровскую краевую школу избирателей. Туда мы приглашаем всех людей, которые непосредственно хотят участвовать в политической жизни нашего края и вообще своих районов, если они где-то находятся в своих районах.
Для этого, ну, как бы, ничего не надо. Нужно быть гражданином и иметь активную жизненную позицию. Нам необходимо, в свою очередь, помогать не только вот здесь, в выборах, именно в Хабаровске. Нам еще необходимо участвовать в избирательных кампаниях, которые будут проходить еще и в районах Хабаровского края. То есть для этого нами сейчас разрабатывается обучающая программа. Мы будем проводить онлайн обучение наблюдателей. И этот процесс мы хотим запустить не только к этим выборам, а он будет долгосрочный. И мы хотим стать такой силой, которая будет именно влиять на ход избирательных кампаний, не допуская всевозможных фальсификаций. Поэтому мы призываем всех граждан Хабаровского края вставать в наши ряды. То есть нам нужны как наблюдатели, так и сборщики подписей. Потому что предстоящая избирательная кампания, она подразумевает под собой выдвижение именно наших кандидатов. А мы не хотим, как бы, чтобы наши кандидаты шли от провластных каких-то партий или группировок. То есть свои кандидаты, это потребуется сбор подписей. Эти люди, которые будут участвовать в этом процессе, очень сильно нам помогут. И еще раз хотелось бы все-таки призвать, каждый человек, который вот сейчас здесь присутствует, это люди с активной жизненной позицией. Это люди, которым не безразлична судьба края. Эти люди должны, как бы, в своей повседневной деятельности взывать к своим друзьям, товарищам, ко всем, кого они знают, чтобы повышать именно явку на избирательные участки. Именно из-за низкой явки мы проигрываем все эти выборы. Именно пользуясь низкой явкой, вот люди, которые сейчас находятся у власти, они и пользуются этой ситуацией. Собственно говоря, давайте приведем даже нашего прошлого мэра. Мы его, кстати, удачно избрали. И чем вся эта ситуация закончилась? Он сейчас живет, а? Мэра, да, мэра. Я про что и говорю. Ну, а если говорить про нашего губернатора, то мы его избрали, да, то есть это больше пример, то, что когда народ объединился и захотел вот именно снять вот Единую Россию со своими тоже кандидатами, все встали в один ряд и проголосовали, и выбрали Тургалова. Соответственно, такой же опыт мы можем повторить с любыми другими кандидатами, которые у нас как бы. Поэтому, друзья, я призываю вас, записывайтесь в наблюдатели. Если вы считаете, что ваше мнение важно, а мнение каждого человека очень важно нам, вот именно Народному Совету и всем неравнодушным гражданам, неважно, от каких политических течений вы выступаете, неважно, какие вы взгляды поддерживаете, самое главное – это нам устроить здесь свою жизнь. То есть никто, кроме нас, этого сделать не сможет. Никто не придет и не будет за нас что-то решать. Вот этот патернализм, который сейчас у нас в обществе присутствует, это очень опасное явление. Этим очень сильно все пользуются. Мы на кого-то надеемся, хватит на кого-то надеяться. Пора свою судьбу брать в свои руки. Поэтому, друзья, давайте записывайтесь, мы проведем обучение и дадим бой. Самый настоящий кровавый бой, и мы будем отстаивать свои интересы, свое мнение. Спасибо. Уважаемые гости, участники Народного Совета. Рада вас всех здесь видеть. Некоторых уже лично знаю. С некоторыми плотно уже взаимодействую. Рада всех видеть, что нас становится больше. Немного хочу извиниться за небольшую недостаток организации с нашей стороны. Все-таки есть упущение. Не хватает времени. Народный совет нужны люди. Во-первых, те, кто хочет, кто может с разные стороны освещать, ну, разные руки нужны. В том числе и организационные моменты не хватает рук. Но я хотела бы осветить, почему я пришла в Народный совет и, ну, что у меня побудило. Ну, в общем-то, это одно и то же, да? Почему выбрала Народный совет? Я хотела осветить такую тему, я долго не буду ее освещать, конечно. Что есть вообще сейчас российский народ и кому мы платим, собственно, контрибуцию? Ну, мы все знаем, что мы живем нехорошо, ну, если правда, это честно.
Иначе мы бы здесь не сидели. Честно сказать, мы нищие. Если каждого из нас взять, похвастаться кто-нибудь какими-нибудь достижениями или накоплениями, из нас здесь сидящих вряд ли может. Мы видим, что впереди ничего нам и не светит. Собственно, это рабская работа за копейки. И ситуацию никто не сможет изменить, так как она сейчас уже мало управляема, мне кажется. И боюсь, что все понимают, осознают, насколько опасно сейчас, что мы возле пропасти, это громкие слова, конечно. Но, тем не менее, не задумываться об этом нельзя. Я думаю, каждый из нас об этом задумывается. Что дальше? Я хочу напомнить, что 30 лет назад, ровно 30 лет назад, прошел референдум, на котором все жители, большинство жителей, 70% жителей Российской СССР высказались за сохранение СССР. Тем не менее, власть проигнорировала этот факт. Сейчас мы имеем Российскую Федерацию, мы живем в Российской Федерации. Уже тогда предательство властей привело нас к тому, что мы стали разобщенными, что из большой интернациональной страны мы превратились в несколько союзных государств, и так каждое из этих государств стало воплощать свою политику. И так ровно 30 лет назад мы вместе с этим утратили обороноспособность, потеряли государственность. И с тех пор мы, собственно, наши не враги, но другие окружающие, те, с кем были территориальные споры, ждут, когда мы ослабимся до такой степени, чтобы можно было забрать у нас все завоеванное нашими предками, и территорию, и ресурсы. Но в этом направлении к ресурсам они уже очень подступились вплотную. И вывоз ресурсов идет просто масштабами, несопоставимыми, беспрецедентными, я бы сказала. Мы этого не видим, потому что мы заняты все своей работой, кредитами. Мы все закредитованы. И нам просто не дают сказать ни слова. Власть устроена. Что сейчас представляет собой наш народ? Вот интересно, да, что собой представляем мы? Мы кто? Кому нас можно отнести? Мы крестьяне? Нет. Мы рабочие? Тоже нет. Мы вроде бы как бы служащие. Вопрос, кому служим мы? По сути, мы после развала страны, я говорю про СССР, стали выживать. И кое-как сложился какая-то структура общества. Да? И как она сложилась? Но наверху теперь у нас олигархат, это, в общем-то, государственные деятели в основном. Это они владеют и выстроили вертикаль власти и вертикально интегрированные компании, которые владеют всеми ресурсами. Давайте вспомним Сечина, Миллера, которые перед назначением своим в эти структуры, в Роснефти, в ПАО «Газпром» были все в администрации президента или во власти. Так вот, это и называется вертикально интегрированные структуры. Чьи интересы они будут представлять? Ну, конечно, правящие верхушки, олигархата. Чтобы народ молчал, ему некоторые поблажки все же дали. Есть возможность приобрести квартиру в ипотеку, есть возможность купить машину, есть какой-то необходимый набор продуктов. Если хорошо работать на нескольких работах, то, может быть, к концу жизни можно выкупить квартиру и стать относительно свободным в своей стране. Только вопрос свободы здесь открыт, потому что наши страны, собственно, у нас, наверное, уже нет. Давайте вспомним о том, что Китай давно считает Дальний Восток своей территорией. И мало того, что он это считает, он это воплощает. Это находит отражение в их политике, которую невозможно было бы без нашего руководства. То
То есть давайте вспомним газопровод «Силы Сибири», который построили за деньги, за российские деньги, по которым идет газ в Китай ниже себестоимости либо себестоимости. Давайте вспомним недавно нашумевший завод, Находкинский Слушаник, завод по производству минеральных удобрений. Там, где, опять же, это не единичный случай. Давайте вспомним Аян, сегодня об этом говорили, завод в Находке, завод в Амурской области. Есть планы построить устройство на Дальнем Востоке около 30 таких объектов, которые будут перерабатывать наши же ресурсы и на благо экономики Китая вывозиться. Все это делается при посредстве правительства Российской Федерации. И чтобы эта ситуация не изменилась, власть делала все, что можно. Это невозможность пробиться к власти другим кандидатам, кроме провластных кандидатов. То есть эта власть создала партию «Едим Россию» и продолжает ее благополучно есть. Соответственно, нет возможности выйти никому во власть. И даже если он выйдет, кто-нибудь один прорвется, там просто большое-большое лобби. Ну, я надеюсь, что вы со мной согласны, понимаете. И хочу сказать, что то, что я высказала, является сугубо моим оценочным суждением, и это мои убеждения. Я сейчас ничего не утверждаю, но тем не менее я убеждена в том, что власть проводит противонародную, противогосударственную политику. И вот в связи с этим, понимая, что дальше мы должны либо покориться из-за рабскую, ну, за возможность жить, продолжать жить в виде рабов, продолжать бороться, ну, на местном уровне, чем можно, там, с плохими дорогами или с плохими там чиновниками. Вот. Я понимаю, что это лишь полумеры и ничего не даст, собственно, для исправления ситуации. Поэтому я призываю к более серьезным к сплоченности. Надо оценивать, четко понимать, что против нас идет большая кампания по развалу страны и по деградации всего нашего населения. Я хотела бы коснуться образования, но вкратце. Это цифровая образовательная среда, да? То есть власти мало, что люди... Мы с вами еще поколение, которое думает, которое может противостоять. Но власть понимает, что нужны покорные люди. Поэтому цифровая образовательная среда, по моему убеждению, как раз-таки сделан для того, чтобы вырастить, даже термин такой появился, цифровой аутизм. То есть людей, детей, которые будут ничего не... Ну, которые, в принципе, будут аутистами. Вот только они будут взаимодействовать исключительно с компьютерами, с цифровыми технологиями. Это очень управляемые люди. Страшно, что из них получится. Честно, мне страшно. Ну и хотела бы все-таки остановиться на позитиве, если можно, после всего. Что все-таки народ есть, есть у него вот это, не убили в нем, в нас, желание объединиться, желание... Мы хотим жить, это естественное. Мы знаем, что мы жили в стране, где был чистый достаточно воздух, где не крали, никто не вывозил ресурсы. Мы хотим работать и получать достойную заработную плату. Мы не хотим кредитного рабства. Мы хотим заниматься творчеством, а не только исключительно ходить и зарабатывать на кусок хлеба, потому что другого способа нет. И вот определенные плюсы, определенные все-таки подвижки есть. Это Аян. Состоялся-таки референдум 21 марта, где аянцы сказали «нет заводу». Мы надеемся, что в Находке также возможно будет провести референдум. А следующим Ванино тоже, может быть, возможно будет подвижки. В Ванино тоже люди начали бороться за свой край. И хочу напомнить, что мы все-таки потомки великого народа и великой страны, и нельзя преступно было бы ее потерять. Спасибо. Я в отчете мог, конечно, много что пропустить, я его сильно сократил, я не знаю.
подробнее о нашей поездке в Анино, да? Мы ездили в том числе для того, чтобы, как мы говорили, да, выборы, одной из целей Народного совета и такой инструмент, который у нас есть для того, чтобы изменить ситуацию в нашем крае хотя бы к лучшему, это выборы. Вот нам нужно сейчас Народному совету, нашим жителям Хабаровского края, готовиться к выборам. Как это делать? Мы понимаем прекрасно, что у нас сейчас есть провластные партии, от которых могут пойти кандидаты. Ну, а наших кандидатов от Народного совета партии, естественно, от себя выдвигать не будут. Им не нужны независимые кандидаты, которые будут отстаивать именно народные права, народные требования заявлять. Нам нужно будет выдвигать своих кандидатов. Для этого процедура самовыдвижения, а это одна из процедур, которая является преградой, очередной преградой для того, чтобы любой житель мог прийти во власть и, собственно, диктовать там свою какую-то повестку, да, защищать интересы там, различных слоев населения, определенных групп населения. И именно через вот этот очередной фильтр, да, так скажем, власть точно так же неугодных чиновники, неугодных кандидатов просто-напросто не допускают даже до выборов. И вот как раз хотелось бы рассказать, что такое самовыдвижение. Самовыдвижение – это когда кандидату необходимо набрать определенное количество подписей. Вот по Ванинскому, Сургаутскому району самовыдвиженцу необходимо было набрать 1700 подписей. А в среднем, да? Данный сбор подписей, он усложняется чем? Тем, чтобы, во-первых, дается всего месяц на сбор подписей. Соответственно, чтобы человеку собрать, вот обычному, да, человеку, который решил там от народа выдвигаться, например, в нашу законодательную думу Хабаровского края, за месяц необходимо собрать 1700 подписей. А для этого нужно как минимум не работать целый месяц, а ежедневно ходить и собирать подписи. Собирать где? Ходить по квартирам, естественно. Вот в этом, в том числе, заключается сложность процесса. Один человек, один кандидат, но он просто физически не в состоянии этого сделать. Поэтому нужна большая команда сторонников, соратников, которые смогут помочь нашим кандидатам, нашим общим кандидатам от народа, как раз вот в сборе подписей. Что получилось у нас в Сургаутском, Ванинском районе? У нас был кандидат Сергей Матвеев. Это единственный кандидат, самовыдвиженец, которому удалось собрать вот это необходимое число подписей. Дальше включается следующий инструмент, как это, отсечение, да? Эти подписи начинают проверять. Существует определенный порядок, по которому, выборки, да, посредством выборки те или иные подписи проверяются, и там какой-то процент, по-моему, да, и 10% подписей, да, проверяется. Если с ними все в порядке, то, соответственно, все, кандидат дальше становится самовыдвиженцем или регистрируется в качестве кандидата. Но для нашего кандидата придумали такое препятствие, как полное, вот все 1700 подписей стали проверять. Мы прекрасно знаем, что каждая подпись у нас была настоящая. Но, конечно же, где-то, во-первых, и люди и разных возрастов подписывали, да, наши подписные листы. Где-то на память кто-то паспортные данные свои указывал, то есть мог поменять там или цифру паспорта там местами, да. Либо если это пожилой человек заполнял, тоже где-то, возможно, были там какие-то неточности, да, в заполнении. Но самым главным таким стало, да, препятствием, это то, что люди, которые у нас... порядка 200 подписей сразу же исключили из подписных листов, то есть, что они были якобы не соответствовали, да? Какая причина? А причина того, что люди подписывали, которые, например, по прописке не прописаны в районе проживания, да, в районе, где будут проходить выборы, но фактически там проживают. При этом эти люди могли быть прописаны, например, в этом же округе, но проживали просто в другой там, да, квартире, в другой местности немного. То есть они в любом случае являются лицами, которые будут голосовать. Но вот эти подписи точно так же посчитали неправильными, их не включили. И в итоге у нас не хватило, мы подписи собрали с запасом,
И у нас в итоге не хватило порядка 80 подписей для того, чтобы кандидат смог быть зарегистрированным. И вот одним из минусов, да, вот этой самой системы самовыдвиженца является в том числе то, что, в общем-то, видно в законе, что вот эти нормы направлены как раз на отсечение кандидатов. Потому что если бы у власти и у закона имелась другая цель, а вообще, по идее, целью должна стать реализация прав людей и как право избирать, и также и право быть избранным, то по-хорошему, вот это, во-первых, верхние планки не должно быть, да, что, вот, например, минимально подписи надо собрать, по-моему, около 1600, но максимальную планку могли бы не устанавливать. Либо, если тебе не хватило там каких-то подписей, да, таких, ну, как бы, правильных полностью, можно было бы давать возможность кандидатам пойти несколько суток для того, чтобы дособирать эти подписи. Ведь в этом нет никакой проблемы, потому что нужно всегда исходить из того, а вообще какой смысл закладывается во все эти нормы. И если мы видим, да, как люди, как народ, что смысл должен быть как раз в реализации наших прав, то чиновники и власти, да, которые устанавливают вот эти все нормы, они видят совершенно другую цель у всех этих инструментов. Вот поэтому мы здесь и призываем стать Народный совет 27, да, вот, жителями нашими края, стать такой сплоченной командой, которая будет и выдвигать своих кандидатов, будет доверять им, будет знать, что эти кандидаты будут представлять интересы действительно народа, жителей Хабаровского края в органах власти, и помогать в том числе в сборе подписей, потому что на самом деле это очень сложная процедура. Спасибо. Ну, на этом мы закончили отчетную часть обращения. Перейдем к третьей части нашего собрания и основной части. Это открытый микрофон. Мы предлагаем каждому желающему, кто желает вступить в Народный совет, ну, если есть желание, конечно, выступить, задать какие-то вопросы, либо дать какие-то напутствия Народному совету. Ну, то есть, открытый микрофон, пожалуйста. Включите. Так, я напомню, время регламента 3-5 минут. Ну, я с вами вполне согласен. Представьтесь, пожалуйста. Анцидор Виктор Иванович. А, кстати, я прошу вас, кстати, минуту вам молчания. Это самое. Вчера умер Голубин Токарев, это самое. Голуби не такая, вчера как хоронили. Это как коммунист. Минуты молчания, давайте почтим его. Память. Давайте сами. Я с вами вполне согласен, что надо нам всем объединяться, вот, независимо от партийной принадлежности. Вот, и не смотреть, в каждой партии есть хорошие, есть и плохие, есть и КПРФ, который, я считаю, я 91-го года боюсь это сам против Зюгановщины, которая сдерживает порыв рабочего класса, ненавижу и презираю. И мне некоторые изгнали из партии, это сам. А теперь они против Зюганова, против коммунистов идут. Что же они раньше не боролись, я не могу понять. Я Ушкину задал этот вопрос, ему нечего сказать. Так вот, тормозом объединительной сил является Оксана Подкорытова. Объясняю почему. Недавно был митинг, Левофронтом, прочее, собирались. Пришел человек, друг и соратник Голубин Иван Аркадьевич, который первый
поднял, один из первых поднял в 1991 году знамя борьбы против этой власти. Я вас перебью, а как это относится вообще к тематике? Подождите, ну дайте мне сказать, что тормозом, дайте мне. Я понимаю. Я вас выслушал, дайте мне высказать. Так вот, на этом митинге присутствовал выдающийся коммунист, с которым мы 91 года начали бороться, нас туда и преследовали, и сажали, и арестовывали, и штрафовали вообще. Титаренко. Вместо того, чтобы дать ему слово, быстро, замечательный человек, коммунисты России, это революционная партия, народная, советская партия, в отличие от КПРФ, соглашательская, предательская. Вместо того, чтобы дать ему выступить, дать Титаренко, руководитель коммунистов России, они вышвырнули, вот эти вот сидят, вот эти вот, которые гнать надо вообще, Оксану Подкрытую вообще вышвырнуть надо, это случайно, не верьте, не приходите с ней. Вот. Они взяли его провокатором, человека, который начал бороться против этой власти, назвали провокатором, вот это, где эта проститутка по партии? Давайте изгнание, и вот это вот изгнать, его назвал провокатором, такой же Титаренко провокатор, и он только арестовал. И вот это политическая проститутка. Да не верю к чёртовой матери. Ой, Оксана, извините, кто его сюда запустил? Это просто ужас какой-то. Выйдите, пожалуйста. Будем, да, иметь в виду, Виктора Ивановича я знаю давно. Это нот, наверное? Это нот, человек. Определенного поведения, обычно провокаторского, так сказать. Я большевик, я революционер. А вот это потом чинить. Тише, а то я вас силой выведу. Я с вас далеко. У кого-то еще есть? Давайте так, я дополню чуть-чуть. Раз уж я соблюдаю регламент, я в том числе Уважаемые участники, давайте соблюдать, пожалуйста, взаимоуважение. Это... Забудьте, что нужно, можно кого-то оскорбить, здесь никто никого не оскорбляет. Все, мы успокаиваемся, или иначе мы вас попросим выйти. Пожалуйста, успокойтесь. Виктор Иванович, вы ведете реально себя очень недостойно. Оскорблять женщину в присутствии общества такими словами, как проститутка, недостойно мужчине. Я вам еще раз Я вас предупредил. Я так понимаю, Виктор Иванович, ваша цель присутствия здесь, это как раз вот эта провокация. Это я просто не по-другому это не могу понять. Мы вас поняли, услышали. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше мнение. Люди сами разберутся, кого гнать, кого не гнать. Спасибо большое. Если люди приходят с провокацией на митинг, то это нормальная реакция, эту провокацию пресечь. Для того, чтобы у нас, жители Хабаровского края, в дальнейшем была возможность реализовывать наше право, в том числе на митинги, согласовывать эти митинги. Поэтому в дальнейшем, в том числе, провокации такого характера мы будем пресекать. Есть еще желающие? Хорошо, возьмите микрофон, пожалуйста. Я Селенко Любовь Егоровна. Сама себя назвала лидером движения «Я мы вместе». Ну, многие меня знают как просто Егоровна. Я выходила с первых дней на площадь в виде протеста. Боролась за Сергея Ивановича, но сейчас я хочу сказать о другом. О том, что мы все должны вместе или поодиночке подумать, как нам дальше жить. Стоит ли вообще так жить, как мы жили? Вот я жила, и вообще меня все устраивало, что-то не устраивало, дома возмущалась. И на площадь я никогда не выходила, и в принципе этого и нужно бы мне было делать. Как-то вот жила. Но сейчас нас просто заставляют выходить из дома, возмущаться. Ну, некоторые, значит, с кулаками. Так как относится наша власть, это просто нас бьют кулаками. На нас плюют и все такое прочее.
Но все это зависит от нас. Мы сделали такую жизнь. Она была, может быть, такая, а сейчас мы ее сделали. Помогли сделать такую жизнь, как она вот у нас на сегодняшний день. Сейчас я поясню как. Значит, выходили, голосовали. Кого нам предлагали, за того мы и голосовали. Да? Беспрекословно, значит, 20 человек из 20 выбирали, если нужно было 5, значит, 5, нужен был один, значит, один, потому что против всех нельзя, и все такое. Сейчас у нас, значит, новые выборы назревают в сентябре месяце. И точно так же нам предлагают, значит, тоже там 5-10 кандидатов, которых мы совершенно не знаем, или из которых мы знаем, и они себя показали, как вот, значит, недавно этот совет у них, или что там балаган прошел в мэрии. Нам их навязывают. Как можно нам навязать тех, кого мы не хотим? И что нам нужно делать с теми? Вот я политики вообще ноль. Я не понимаю, что это такое политика. И как это? Я хочу жить хорошо, больше мне ничего не надо. А как жить хорошо, я тоже не знаю. Но я думаю, что вот эти наши депутаты, которые должны, значит, быть избраны от народа, да, раз просят, чтобы мы выходили, голосовали, значит, все-таки в нас нуждаются. А как сделать так, чтобы мы выбрали того, кого мы хотим? Как это осуществить? Вот я, допустим, не знаю. Я знаю там несколько человек, но их почему-то не пропускают, которые-то я знаю, их почему-то убрали. Кого я, значит, любила, его арестовали. А зачем мы, народ, тогда нужны? Вот для какой цели? Вот сейчас власть хочет, чтобы мы, значит, в сентябре вышли проголосовали. Как мы должны голосовать? 3 дня, ладно, пойдем мы. Там, где нам предложат, мы пойдем туда, будем голосовать эти 3 дня. А за кого голосовать? Бойкотировать выборы. А бойкотировать нельзя, потому что это будет так, что пройдут те, которых мы не хотим. Они и так пройдут. Почему вы считаете, что они пройдут? Закон это тебе велит. Так а мы можем противостоять этому? Мы можем противостоять вот этим выборам? На улицу выходить, продолжать. Как нам быть, вот мне, простому человеку, как мне быть? Как мне выйти и сказать, что я не хочу, допустим, голосовать за... Ну, кого? Ну, кого предложат, да, в Рио губернатора. Я не хочу за него голосовать. Как мне сказать, что я не хочу? Все равно он пройдет. Это уже давным-давно известно. И вот эту вот галочку, которую хотят поставить, значит, за счет нашего народа. У меня вопрос к Народному совету. Раз вы народный совет, вы выбрались от народа, народ вас поддерживает, я вас поддерживаю. Вы мне скажите, за кого я должна проголосовать, если я не хочу голосовать за тех, которые есть. Как мне выбрать того, который вот по душе мне? 5 минут прошли, и все, мне нельзя больше говорить. Почему? Я просто напоминаю 5 минут. Нет, я все... Я потом еще возьму 5 минут. И так через каждые 15 минут потянем. Уважаемая Любовь Егоровна. Да. Вот у меня почему-то есть стойкое убеждение, что сегодняшнюю Риву у нас не пройдет. Потому что уже народ понял, что такое партия ЛДПР. Народ понял, что такое партия «Единая Россия». И мне кажется, что люди уже все силы приложат, чтобы не допустить этих людей опять к власти. Вы спрашиваете, что нам делать? Из зала вопрос прозвучал. Бойкотировать. Да, что мне, вот конкретно мне что делать? Выборы бойкотировать абсолютно нельзя. Я считаю, что да. Потому что любой человек, который не пришел на избирательный участок, его бюллетень может автоматически просто получить галочку за нужного кандидата и лечь в урну избирателя. Поэтому мы все должны понимать, даже если вы хотите, никого не поддерживаете, вы должны просто прийти хотя бы просто и испортить этот бюллетень, чтобы им никто нет, не заходил. Нет, так тоже нельзя. А по поводу кандидатов я вам сейчас скажу. Избирательная кампания только начинается.
начинается. Они начинают говорить, как бы, в средствах массовой информации, но кандидатов еще никто не выставлял. Что необходимо сделать? А мы сейчас можем готовить своего депутата, раз еще никого не выставляли? Мы их готовим уже. Мы сейчас этим и занимаемся. То есть это очень непростой процесс, это процесс компромиссов и договоренностей. Сейчас многие политические силы определяются со своими кандидатами. И мы определимся и тоже будем поддерживать того или иного кандидата. Сейчас пришло время не обращать внимания на партии, сейчас нужно смотреть на личности. Ну пусть он даже будет из ЛДПР, но он будет порядочным человеком. Правильно? Ну это мы будем все обсуждать. Вот я про то и говорю, что... Но нам опять же будут противодействовать, понимаете? Если этот кандидат пойдет самовыдвиженцем, ему придется собирать подписи. А как эти подписи будут рассматривать? Это очень тоже интересный вопрос. Вот создается вот именно замкнутый круг. Вот эта избирательная система, вот когда мы проспали раньше, на выборы не ходили, совсем соглашались, они приняли такие законы, благодаря которым вот этот избирательный замкнутый круг очень тяжело разорвать. И нам предстоит большие усилия предпринять для того, чтобы войти во власть, привести туда своих кандидатов, и чтобы они изменили это законодательство. Давайте хотя бы начнем с местного уровня. Потому что местное законодательство тоже можно поменять и жить немножко по другим законам. Они не сильно будут от федеральных отличаться, но нам гораздо легче будет выводить своих людей. Нам нужно заводить своих людей в избирательные комиссии, в территориальные, в участковые избирательные комиссии. И опять же, нам нужно работать наблюдателем. Только так мы сконтролируем выборы и выдвинем именно своих кандидатов, которые нам нужны. Для этого Народный совет существует, для этого мы собираемся. Давайте выдвигать своих людей, обсуждать, как бы разговаривать, смотреть кого-то. Кто-то где-то, может быть, и стесняется, но его надо немножко подвинуть, и он будет нас представлять. Но мы будем понимать, что это за человек. Это должны быть честные люди, во-первых, открытые, искренние. Сейчас наша Дума краевая и Хабаровская городская, она работает в очень интересном режиме. Невозможно получить какую-то информацию, о каких законопроектах они ведут подготовку. Я вот на последних заседаниях Думы был вот на этом шоу. Я посмотрел просто, вот там список такой, 30 с лишним вопросов. О чем эти вопросы, за что голосуют эти депутаты, я не знаю. То есть это ни с кем не обсуждается, что они там делят, кому они какую собственность там уступали. Это вопрос очень открытый. Пока мы не заведем своих людей, именно своих, мы должны избирать своих людей от своих движений. И их много, они все разнонаправлены. Но если мы к какой-то кандидатуре придем, мы должны всем скопом ее поддерживать. Вот именно что. Нужно не так, что нам 10 человек, а нужно так, чтобы мы за одного, но все вместе. Надо несколько. Ну, пусть, да. Да, хотя бы несколько. Давайте дадим слово. Еще я хотела задать вот такой вопрос. Вот смотрите, Соколов находится в Америке, но он почетный житель Хабаровска. Давайте исключим. Давайте. А почему вы, да, Сергей Иванович нельзя, он еще не осужденный, ничего, его просто выкрали. А этому можно все. Я сейчас быстренько еще отвечу. Мы подали уведомление на митинг 10-го числа. После по результату каждого митинга мы можем принимать резолюции и направлять их в органы нашей местной власти. Давайте поднимем вопрос об исключении Соколова из списка почетных граждан города Хабаровск. Потому что человек... 4-го будет митинг, можем на митинге поднять 4-го. Этот вопрос. Подожди, да, 4-го. А кто организует митинг? Ну, можно и там поднять, то есть, вполне, да. Ну, мы подавали 50. Но мы не генеральная прокуратура, подобные запросы мы не можем делать. Когда мы придем к власти, я оттуда начну выковыривать просто пачками. Вот такие у нас планы. Пожалуйста, есть вопрос от свободы слова. Любовь Викторовна, еще хотелось бы ответить и тем жителям, которые спрашивают, а что нам делать? Все вот на самом деле оно очень просто. Что делать? Например, размещать у себя вот там в соцсетях информацию о наших народных кандидатах. Например, когда к вам придет представитель от самого движенца собирать подписи, не отказывать ему в своей подписи, да, а заполнить вот этот подписной лист просто для того, вы делаете это не для этого человека, не для этого самого движенца, да. Вы делаете это для себя, для того, чтобы обеспечить себе право выбора в день голосования. Вот что важно понимать.
Поэтому, когда в том числе к вам будут приходить люди с подписными листами, то, пожалуйста, давайте свою подпись. Многие переживают за то, что там нужно предоставлять паспортные данные. Там предоставляется только 10 цифр паспорта. То есть вот эти 10 цифр, они абсолютно ничего не дадут, там никакие кредиты на вас никто не возьмет, ничего не оформит, то есть бояться этого не нужно. Это необходимо просто для того, чтобы избирательная комиссия по этим цифрам проверяла действительно наличие такого, существование такого человека, жителя, и его прописку. Вот что необходимо делать. У кого есть силы и возможности, тот, пожалуйста, присоединяйтесь к команде сборщиков подписей. Это огромная работа, физическая в том числе. Просто ходить даже по округу, заходить в каждую квартиру, в каждый подъезд и разговаривать с людьми, рассказывать о кандидатах и собирать подписи. Становитесь наблюдателем, у кого есть возможность. Ну и вот в том числе информационная большая работа в соцсетях. Вот что может сделать каждый человек. И естественно, когда придет время уже выбора, это звать всех на выборы. Только максимальная явка, она поможет нашим кандидатам пройти, а провластным проиграть. Это мы видим, уже не раз. Оксана, а можно вопрос сразу попутно? Если вдруг кто-то заинтересуется быть волонтером, опять же, в сборе подписей там, или еще что-то, куда идти, куда стучаться, куда проситься? Поподробнее, пожалуйста. В том числе можно записываться через Народный совет. У нас в Инстаграме есть паблик «Народный совет 27». Можно на мою страничку обращаться. По наблюдателям точно так же можно и ко мне обращаться. Я веду вот эти списки, да, наблюдателей. Никаких проблем нет. И в Народный совет. Но такая конкретика, она будет именно тогда, когда объявят выборы. Это где-то будет июнь месяц. Поэтому вот тогда мы начнем, во-первых, обзванивать тех людей, кто уже записался в наблюдатели. Ну и вот формировать уже конкретные команды для работы. Ну и тогда же мы определимся все-таки с кандидатами. Мы сейчас видим, да, что если ты слишком рано заявился на кандидата, то в отношении тебя уже начинаются гонения. Поэтому я думаю, что до момента официального объявления выборов не совсем будет правильно объявлять кандидатуры. А кто у нас раньше времени заявился? Ворсин. Дома до 16 мая. Можно тогда сразу пробовать? Да, конечно. Можно минуточку? Андрей, пожалуйста, там с вами был вопрос, давайте, а вы следующий, хорошо? Я хочу задать, следующий вопрос. Рудакова Юлия Геннадьевна, представились. Представляю собой общественную организацию «Свобода голоса». Пресс-секретарь, вы «Свобода слова», извините. Пресс-секретарь. Нормально. В сфере последних событий, то, что у нас происходило в Госдуме, да? Вот я заинтересовалась, кто мой депутат? Мой депутат Морозов, Виталий Евгеньевич. И я составила ему запрос. Я хочу, чтобы он отчитался о своей работе и на каком основании он проголосовал следующим образом. И призываю всех поступить так же. Пригласить на округ, и пусть наши депутаты отчитаются. У меня еще вопрос. Вот мы с моей коллегой, с председателем нашего движения Ириной Анатольевной сходили на прием к Мальковскому Александру Николаевичу. Это правительство нашего Хабаровского края. И обратились к нему с вопросом, чтобы он нам помог наладить контакт с правоохранительными органами, где они бы объяснили нам, почему происходит такое в городе Хабаровске. Александр Николаевич обещал ответить письменно. И с этим ответом мы обратимся к вам. Как-то вместе проведем конференцию, где позадаем все вопросы. Да? Спасибо огромное. У меня все. Добрый день. Владимир Геннадий Васильевич, движение «За новый социализм». Значит, в дополнение к Егору, у меня давно вот этот сверлит вопросик по поводу почетных гражданин Соколов, который находится где? В Соединенных Штатах Америки. Плюс к тому же, там же находится Хрисман, который осужден и отбывает в местах лишения свободы. Все знают отлично. Виктор Иванович тоже решает. Те, кто старше поколения знает, кто это такое и как это было,
Помню, как детские не платили, я 38 лет в аэропорту проработал, и там диспетчера пробовали, значит, пожаловаться, начали их душить, конкретно душить на работу. Вот. Почему эти люди находятся действительно на почетной граждане города, там, на этом деле? Поэтому, мне кажется, уже действительно назрел вот этот вопрос поднять Народному совету об удалении их вот с этих досок, как бы это. Вот. Теперь, значит, далее, а не пора ли нам поднять вопрос, значит, об отставке мэра Кравчука и депутата с городской Жилевой Думы? Значит, надо пытаться найти все возможные пути, посмотреть вот эти юридические дела, потому что те люди, которые вот это сотворили последний когда-нибудь Сидорова, в наглую, в принципе, нарушение всего, значит, по указке Дегтярева, значит, исключили его, убрали, в принципе, из председателя городской думы, депутата. Но это вообще это уже беспредел самый натуральный. Поэтому нужно принимать уже к этому меры. Вот. Теперь, значит, еще что я хотел сказать, Александра Леонидовна. По ветхому фонду, вот по второму Хабаровску, там, где вы работали, какой-то результат сейчас есть, нет? Вообще-то. Почему я спрашиваю? Потому что из информации приходят люди и задают вопрос. Я почему спросил? Может быть, где-то не готовы там или как? То есть, надо этот вопрос посмотреть. Это точно, это верно? Нет, я знаю. Вам конкретно второй Хабаровск именно? Какой-то момент вот думали, вы, что... Где вот вы... Нет, если в целом вы хотите, чтобы я рассказала про то, что сделано, допустим, за год, да? Ну, могу тоже рассказать. Сейчас, секунду. Я не могу точно сказать, где, но мне сказали, что приходят люди, и жалуются. 137 или 134 человека расселить должны, да, что-то в таком плане. Нет, расселить должны очень много людей. Ну, короче, надо вот это завентилировать вопрос. Почему? Потому что мы же хотели в Народном совете, значит, делать как бы отчет, да, о проделанной работе. И если мы вот это запустим, да, что вот мы провели такую работу, вы провели, мы считаем, что мы провели эту работу, то потом не получилась накладочка и неудобно было, что... Нет, работа ведется, это долгосрочный процесс, и определенные, конечно, определенные достижения уже есть. Как то, например, ускорение программы на 3 года получается, расселение. Ну, вроде сказали так, что что-то все заглохло, и что-то их не видать и не слыхать. Я просто дословно... Ну, очень странно, потому что 2 недели назад митинг был снова проведен как раз на проспекте, на эту тему, куда были в том числе приглашены представители министерства, приходила Миронова, и Климочкин был в города. Отчетность давалась, конечно. Не, работа ведется, этот вопрос мы не отпускаем, отпускать не будем до тех самых пор, пока сначала на проспекте, а потом в городе не будет снесен последний дом. Аварийный. Ну, понятно. Теперь, значит, Виктор Иванович, вы тут про Титаренко говорили, да? А вы были на митинге, когда его убрали с трибуны? А я, в принципе, рядом стоял. То есть, значит, человек пришел выступать от политического... Тихо. Я вам объясняю, почему. Я стоял рядом и знаю. То есть, это человек, который вышел в трибуну с микрофоном и начал проводить предвыборную агитацию, которая категорически запрещена, почему его быстренько туда убрали? Все. И не надо здесь буянить и кричать, что кого-то чего-то. Стоп, секундочку. А 20-го? 20-го? Какое оскорбление? Тихо. 20 марта и кинотеатр «Дружба» мы проводили митинг, где вышел Титаренко на трибуну и выступил как человек, и никто его никуда не скинул, не спросил вашего почетного человека. Вот и все. Все. Поэтому не нужно. Теперь дальше. Все. Теперь, значит, у нас такая мыслишка есть. Вот мы со Станиславом Сергеевичем, значит. Мы давно уже как бы это. Вот в связи вот с этими событиями, да, когда, значит, Сидорова они убрали. И Мария Огнина там есть. То есть это «Динамо» наша, значит, питомник Шуранский, дендрарий, вот эти все наши дела, экологические вчера. И не пора ли, может быть, их сейчас к нам пригласить в Народный совет? Есть контакт, в принципе, у нас. Вот. И я думаю, что мы, наверное, выйдем на него, поговорим, как он, и, наверное, надо их сюда приглашать. Мне это будет кажется... Да, у нас всегда будет... наши объявления распространяются в открытом доступе. Мы приглашаем всех, кто желает работать на благо города и края, независимо от политической принадлежности. Поэтому, конечно, я поддерживаю, я тоже... Марии Огниной, как раз по парку «Динамо». По голосованию по выборам, значит,
однозначно нужно всем приходить голосовать, потому что мы знаем, административный ресурс работает, и те люди, которые не придут, и все, мы опять будем где? Внизу. Все проиграем. Поэтому нужно со всеми родственниками, друзья, всем, нужно всем говорить, ребята, приходите. Приходите, проголосуйте. Даже, вот говорят, нельзя бюллетень, да? Но если душа не лежит за то, человек проголосовать, и не согласен с этим, да лучше любой спор. Мне кажется, вот лучший будет вариант, потому что против всех нет. Поэтому я напоминаю. Ну, все, мне. Можно, пожалуйста, микрофон Андрею? Я выйду, да? Приветствую всех, очередного совета, участники, приглашенные. Я Андрей Пастухов, друг и соратник Алексея Борсина. Много чего интересного сегодня услышал. Да, действительно, есть проблемы и с избирательным законодательством, и с действующими депутатами, и с действующим мэром. Хотел бы рассказать немного о Алексее. Всем вам известно, что Алексей Борсин 19 марта был задержан у себя дома. У его сторонников, в том числе у меня, были проведены обыски, изъяли всю технику. Алексея осудили. Сейчас он находится под домашним арестом по так называемой Дадинской статье. Это означает, что он якобы нарушил законодательство по, ну, называемым митинговым статьям. Но, тем не менее, он за эти правонарушения как бы понес наказание. Но следствие не успокоилась и решила его все-таки закрыть, посадить. Алексея, ну, я думаю, уже все знают, он еще в конце прошлого года заявил о том, что будет выдвигаться кандидат в Государственную Думу по 69-му округу, и я официально заявляю, что Алексей Борсин продолжает вести кампанию, свою избирательную кампанию в Государственную Думу по 69-му округу. Наш штаб скоро преобразится, мы откроем новое помещение, оно будет больше. В это помещение мы будем рады видеть всех людей, которые готовы изменить город и край в лучшую сторону. Также мы будем рады видеть всех кандидатов, потому что у нас будет несколько избирательных кампаний. Это будет избирательная кампания в Государственную Думу, до выборы в Законодательную Думу, до выборы в Городскую Думу и, немаловажно, выборы губернатора Хабаровского края. И на каждую эту кампанию нам нужны максимальное количество кандидатов, готовые вести кампанию. У нас наш кандидат есть, Алексей Борсин будет биться до последнего. Никакие административные или уголовные дела Алексею Борсину не страшны. Наша компания, наша команда будет вести ее до конца. У меня третий вопрос. Если все-таки власть делает так, что Алексей Борсин не будет участвовать, вы будете поддерживать кандидатов от Народного совета? Я знаю мнение Алексея Борсина на этот счет. Алексей Борсин точно готов поддержать, я лично готов поддержать, и я уверен, что наша вся команда поддержит кандидата, который будет также поддержан и народом. Да, была информация, пока я там находился без связи, меня допрашивали, информация в паблик пошла, что я кандидат в городскую думу. Я об этом не заявлял, но я уже был кандидатом в 2019 году, я знаю этот механизм, знаю, как собирать подписи, знаю, как вести кампанию, знаю избирательное законодательство. Если, да, какой-то слишком будет громко звучать, народ попросит меня, я отказываться, ну, скорее всего, не буду, но решение я вам сейчас однозначно сказать не могу. У меня Спасибо. Будет вопрос еще. Да, да. Ну, мой вопрос, но он больше будет касаться, наверное, вопросов Любовь Егоровны. Вы, как человек, участвующие уже в каких-то мероприятиях, как самовыдвиженец, как понимаете, есть ли у вас уверенность, что самовыдвиженец может вполне получить победу? Смотрите, я могу ответить на примере выборов. Есть ли шансы у самовыдвиженца? Шансы есть. С вашей точки зрения? С моей точки зрения шансы есть. Шансы могу... у самовыдвиженца есть. И я вам это, как человек, который тоже участвовал в каких-то мероприятиях, я вам это говорю. У самовыдвиженца шансы есть, и шансы очень немалые при ряде условий. Это хорошая команда, которая поддерживает этого кандидата, это
наблюдателей. С помощью наблюдателей или членов УИКов и КИКов можно любые выборы абсолютно проконтролировать, как бы сам провластная структура вот, не упиралась. Я могу сказать, вот на... можно. На примере в прошлом году мы не сидели. Голосовать, но лучше всего в последний день. Да, да, это обязательно. До самой процедуры выбора, как голосовать, я думаю, мы это еще обсудим, как будем делать. По поводу успехов самовыдвиженца. Все надежды, они обязательно воплотятся в жизни. Но я могу вам простой пример. Это в прошлом году были выборы во многих регионах, в том числе... Допустим, Московская городская дума, которая раньше была почти полностью единороссовская, сейчас там есть и независимые кандидаты, и кандидаты от действующей партии, например, от КПРФ, да, мы знаем. Есть у нас здесь в Саратовской думе тоже интересный депутат, который защищает. Но... я к чему это вел? Самое главное, что самовыдвиженцы и другие независимые кандидаты... Хороший будет механизм, наверняка вы знаете, это умное голосование. Да, это не будет панацеей, но большим плюсом в момент выборов он обязательно даст. Поэтому нам нужно максимальное количество кандидатов, чтобы они зарегистрировались, люди за них всех дали подписи, ну и наш штаб будет площадкой, где тоже можно будет забрать подписи. Механизм мы, наверное, совместно обговорим. Ну, еще есть вопросы? Нет вопросов. Самый главный успех для самовыдвиженца — стать членом Единой России. Нет, я думаю, нынешней реальности, тем более местная специфика Хабаровского края, что и ни один единоросс, ни один член партии ЛДПР, я надеюсь, на этих выборах не пройдет. Андрей. Вот. Ну и по поводу Дегтярева, если какое-то есть сомнение, но это абсолютно неизбираемый человек, ни при каких условиях. Ну, может, будет одно условие, что если никто не придет, и вся типография бросит просто туда все бредни. Андрей, есть вопрос от зрителей относительно комсомольцев. Еще что-то? Можно? Ну, просто меня сразу попутно спрашивают. Насчет Комсомольска, там как будет с умным голосованием, потому что штаба там нет. А умное голосование будет работать на... Если про Государственную Думу, то оно там будет. Это будет 70-й избирательный округ, он там будет. По местным, я сейчас не скажу, если там до выбора какие-то местные, краевые, я вам скажу. Но в Госдуму точно будет. Спасибо. Все? Спасибо. 6 минут. Еще есть желающие? Можно я дополню чуть-чуть по городской? Значит, вот эти события, да, по Сидорову, да, что сейчас, значит, Кравчук, дайте микрофон. Сейчас Кравчук распустит свои перушки. И они сейчас будут творить, конечно, вы посмотрите, что творит департамент архитектуры и градостроительства. Увидите, что творит Хабаровск. Точечные застройки зарядили город до такой степени, что бог тут не ахнулись. И смотрите, вот эти 70-е годы, все. Мощности ТЭЦ-1, они были рассчитаны, канализация, вот эти все дела, они были рассчитаны на определенные, ну, на определенное количество жилья, там, все это дело. Теперь, значит, из улицы можно было через дворы пройти, то есть для продувания всяких вот этих антропогенных воздействий. И вот сейчас, значит, нужно, наверное, нам, оборону задеть, кто-то специального человека надо нам, ну, кто-то должен взяться за это дело, и установить контроль за вот этими хабаровскими вестями, вот за этой газетенкой, и что творит администрация. Потому что они, ну я вам говорю, что я 96-х годов с этим департаментом воюю, с этой администрацией. Я уже насмотрелся там такого, как проводится прикурсы, ну сами видели, как все это творится, как это все делается. Вот сейчас вот у нас, мы со Степаном Сергеевичем Зиминым сейчас на контроле держит бетон Мишуранов. Там сейчас, значит, должны строиться три высотки, значит, три высотных здания. Там доступный переулок, ну, где я живу, там, как говорят, бараки, да, ну, я их называю двухэтажными домами. Вот, значит, дома эти брошены, уже никому не нужны. И вот они хотят здесь сзади, вот, 64 метра от моего торца дома до забора питомника, вот здесь они хотят что-то сделать. Значит, если будет вести строительство высоток, значит, будет свайное поле биться. Значит, угроза развала домов и угроза жизни людей. Вот мы сейчас бьемся, значит, в 19 октября, значит, подается заявка департамент архитектуры ООО «Космос» с
самым капиталом 10 тысяч рублей на строительство вот здесь вот этих домов. Вот. Ну вот мы сейчас на контроле не жмемся, и поэтому я говорю, что вот за этим департаментом эти Кравчуки, Сергейчуки, за ним же сидят, я не знаю, в печенках. И поэтому нужно за ними вот сейчас контроль, контроль и контроль. Потому что они сейчас навертят вот с этими депутатами, вот, я скажу, да идиоты, конченые вот эти депутаты, которые с Сидорова убрали. Это их надо убирать оттуда. А вообще, по-хорошему, дай бог, сменились времена, их нужно всех взять за шиворот, каждого проверить и привлечь их туда, куда положено. Можно дополнить? Вот есть же инициатива у Эльвиры Геннадьевны «Свобода слова» о том, что... И отчет обязательно. Да, это часть компании. Это часть компании, я думаю, нужно начинать компанию, потому что сидя в пабликах или в... В WhatsApp ничего не сделаешь, плеваться в телевизор тоже бесполезно. Нет, мы это подаем, мы писали, мы Фургалу писали. Вот, сейчас мы ждем реакцию. Давайте начнем Кирёва. С отчета депутатов, а вообще механизма отзыва от депутата у нас, к сожалению, или к счастью, нет. Поэтому... Ну, надо все равно дергать их. Механизм отзыва депутатов есть, в уставе Хабаровска прописан, но он имеет такую форму, что провести его практически невозможно. То есть надо собрать огромное количество подписей, это как референдум практически. Собираем подписи, подаем, назначаются да, именно по избирательному округу, выборы наоборот, и должны явиться 50% и больше граждан, которые зарегистрированы как избиратели. То есть при нашей явке там, от 20 до 40%, чтобы пришло больше половины людей на избирательном округе, в хабаровских реалиях, мне кажется, это только под дулом автомата. Но все равно дергать их надо, в любом случае. Да, процедура есть, надо. Но она неисполнима. Гущенко Юрьевна, у меня вопрос в продолжение темы. Вот по депутатам. Как можно поддержать тех депутатов, которые являются истинными народами? Вот у меня депутат Каян. Ну, как бы, получается, что я его сама избирала. Я вижу его постоянно на районе на нашем. Действительно, он работает, поднимает проблемы. То есть, вот Марию Огнину, ну, это не мой депутат, но я ее просто на публичных слушаниях видела, как она работает. Вот каким образом их можно поддержать, чтобы с них не сняли депутатский статус, так как я понимаю, что им сейчас это тоже может грозить. Не снимут с них. Пока зрители есть депутаты. Нет, ну что я слушаю. Митинги проводить. Разрешенные. Можно каждый. Разрешенные митинги. Ну, каждый же может направить свое обращение там, в адрес Думы, сказать, что просим поощрить там, кого-то депутата. Я считаю его хорошим, лучшим. Ну, то есть это любая поддержка. Поддержка. Как это составляется? Да? Ну, своими словами, не надо просто, чтобы поддержать. Можно и подписи собрать. Любая инициатива вот такая, она, конечно, будет поддерживаться. Если жителями, то она будет иметь действие. Убрать его с депутатов не уберут. Ну, не уберут, но, по крайней мере, пускай это поддержка и на него писать жалобы, потом даже по этике все. То есть они его не уберут. Они его будут долбить, они его будут клевать. Подождите, пожалуйста, давайте. Значит, смотрите, есть обычный. Ничего здесь не надо, как бы изобретать. Александр, подождите. Минут. Да. Перепелка Екатерина Васильевна, движение «За новый социализм». Я хотела заострить ваше внимание на то, что перед нами сейчас самый ответственный момент. Если мы власть не поменяем, страна может развалиться. Китайцы уже хозяйничают на Байкале, японцы претендуют на Курильские острова. Короче говоря, Путин и его команда отдали, уже идут на всякие уступки Китаю, отдали Большой Уссурийский, остров Даманский, политый кровью 59 наших солдат и офицеров. И все это запросто прошло. Остались только одни названия от в северном микрорайоне улица Стрельникова. В общем, не вся молодежь знает, как это было и что это было. То есть все уважают только силу. Китайцев тогда выдворили с острова, смели всю деревню напалмом
Все, китайцы понимают только силу. В настоящее время страна ослаблена, граница открыта с Китаем. Если мы не поменяем власть, страна может развалиться. Китайцы уже хозяйничают на острове Байкал и претендуют на дальневосточные территории. Поэтому перед нами, перед всеми стоит огромная задача поменять власть. Если мы власть не поменяем, страна может развалиться. Поэтому работа предстоит очень большая по предстоящим выборам. Нам надо дальневосточникам поменять не только губернатора, но и своих представителей в Государственную Думу. Вы знаете, что Дальний Восток курирует у нас Трутнев. Недавно мы узнали, оказывается, что у него акции в Совете директоров энергообеспечивающих Дальний Восток. У нас здесь две, Зейская и Бурейская ГЭС, однако тарифы в три с лишним раза выше, чем в Иркутске. Если тарифы не поменять, никакого подъема на Дальнем Востоке не будет. Поэтому я считаю, что нужно требовать перед Путиным, перед Москвой, чтобы Трутнева убрали из представителей, курирующим Дальний Восток. Потому что он совершенно не заинтересован в развитии Дальнего Востока. Его уберут? Сейчас поставят. Для чего мы здесь все объединились и собрались? Надо требовать, доводить сведения и до нашего губернатора, и до Москвы. Это мое личное мнение. Теперь по выборам. Точно так же я считаю, что нужно требовать теперь уже от нашего ИО губернатора, первое, отмены муниципального фильтра, второе, прекратить голосование в машинах, на пеньках и так далее, и проводить выборы за один день. Я думаю, в решении совета это нужно отметить. Как он отреагирует, посмотрим. Это должно повлиять на результаты выборов. Если выбор будет проводиться за один день, мы можем обеспечить, закрыть все избирательные участки наблюдателями. Так, и дальше. Теперь. Хотелось бы, чтобы наш совет 27 обратился к нашим сторонникам в Находку и Магадан. В Военно-Майском районе отстояли строительство по производству китайского метанола, вреднейшего продукта, который отравит всю флору и фауну. Теперь мы узнаем, что строительство этого завода переводится в Магадан, а в Находке уже строится. Я предлагаю нашему совету обратиться к этим территориям, чтобы они учли опыт того, что было проведено у нас здесь в Военно-Майском районе и не без участия Народного совета. Пускай китайцы на своей территории строят такие вредоносные заводы. Нам они абсолютно не нужны. И, конечно, в Магадане, там губернатор выступил в защиту нашего президента, буквально стихи написал, какой он хороший, чтобы он еще царствовал, ел и пил и отбирал наш русский народ. Поэтому не к губернатору нужно обращаться, а к народу. И не допустить, чтобы на Дальнем Востоке строился такой вредоносный завод, который уничтожит всю флору и фауну. Вот надо обращаться и в Находку, и в Магадан. Шесть минут.
Ну и последнее. Предстоит очень большая работа по агитации. Если будет явка высокая, то есть гарантия, что власть может смениться. Если явка будет 20-30%, то маловероятно что-либо изменится. Поэтому, кроме выбора наших, выдвижения наших кандидатов, надо бороться за явку, проводить разъяснение в массах. Спасибо за внимание. Выборы власти поменяются. Давайте вилы и факел. Будем жить у них. Добрый день. Меня зовут Станислав Зимин. Вот. Я хотел по поводу выборов. Ну, вы знаете мои поганые отношения к нашей власти поганой и к выборам этим тоже. Вот. Но, к несчастью, нам придется этим заниматься в тех условиях, которые нам предоставили. И у меня есть небольшой рецепт, я его придумал, по поводу тех ограничений по предвыборной кампании в довыборный период. Да? То есть нам на Сулезем уже запрещено теперь заходить, да, чтобы мы агитировали как за кандидата. Так вот, и это будет нам полезно, нашему народному совету. Мы возьмем обращение граждан на земле, в том округе, на котором мы баллотируемся. Просто берем, идем на округ, светим свое лицо, показываем свои дела. Но никакой агитации, мы просто говорим, мы работаем с обращениями граждан. И так будет всем понятно, что мы пришли на округ, мы показываем своими делами, что голосовать надо, ну, понятно, что за того человека, кто туда пришел. Этим мы избежим запрет, то есть у нас каждый раз, когда мы заходим на предвыборную кампанию на округ, мы берем с собой заявление гражданина, который проживает на этом округе, и говорим о том, что мы отрабатываем заявление гражданина. Я думаю, это будет полезно. Вот. И второе, что я хотел сказать. Поймите, я давно как политтехнолог толдычу, что на округ надо заходить как минимум за полгода, а не за 3 недели, как у нас обычно наши партии и все остальные делают. Поэтому работу наш народный совет должен начать вчера. Поэтому давайте озадачимся и на ближайшие планы свои поставим. Праймерис по кандидатам, про которые мы говорили, да, чтобы выбрать из тех, кто хочет баллотироваться, да, достойного, которого мы будем поддерживать. То есть нам внутри нашего народного совета заниматься предвыборной кампанией, праймерисами, подготовкой к наблюдателям надо сейчас, вчера. Да. Вот, ну, это мое мнение. Спасибо. Да. Спасибо большое. Ну, я вот еще свое мнение тоже выскажу. Вот много инициатив прозвучало, да, они все в принципе хорошие, но для реализации их нужны в принципе и руки, и головы, и финансы, и время, и все остальное. Но поймите, вот народный совет, он как бы тоже ограничен количеством людей. Мы поэтому призываем вступать в ряды народного совета, и не только в ряды народного совета, в любую организацию народный совет будет сотрудничать со всеми. Он как бы, как сказать, даже при вступлении в народный совет у нас нету каких-то ограничений. Но даже пускай это будет депутат действующий, там, бывший депутат, это в принципе не важно. Сам факт, что этот человек будет полезен для народа. И что касается выборов, я тоже свое мнение скажу, вот на предстоящие выборы. А сегодня все уже как бы убедились, что такое вообще партия. И мы, например, смотрим, кандидат идет от той или иной партии, мы начинаем его ассоциировать с чем или с кем. Ну, например, с программой партии, либо с лидером партии. И в этот момент как бы основной фигуре никто даже не задумывается. А когда человек идет самовыдвиженцем, вот тут как раз меняется, наоборот, подход к этому кандидату. Они же начинают узнавать, а кто этот кандидат и с чем идет. И остальное уже будет зависеть именно от самого кандидата, а не от того, какой партии он имеет отношение. Вот мне кажется, самовыдвиженцы вот в этом году уж точно имеют больше шансов, чем любой партийный человек, на самом деле, кандидат именно. Потому что партии, ну, на самом деле, себя показали уже. И очень хорошо. Спасибо. Есть еще желающие задать вопрос? Да, спасибо. Да, всем здравствуйте. У нас сегодня, я так понимаю, в основном вопросы выборов. Это самый главный вопрос. Ну, понятно, да.
Я бы хотел сегодня также затронуть вопросы правовой защиты, потому что у нас часто граждане сталкиваются с беспределом со стороны правоохранительных органов, со стороны властей, в принципе. Вот, тоже дело Алексея Ворсина, да, оно, в принципе, политически мотивированное. Вот, и единственное, что вот я не наблюдаю в этой всей ситуации, это какого-то сопротивления со стороны простых людей, то есть со стороны граждан. То есть полицейские придираются к каждой мелочи, на том же суде они цепляются буквально, ну, ко всему, что у них главная цель тебя просто посадить, да, в спецприемник или там, ну, стянуть с тебя какой-то огромный штраф, как в моем случае 400 тысяч, да, они мне присудили. И меня вот лично это толкнуло на то, чтобы сопротивляться как-то этому и искать какие-то инструменты и искать какие-то ходы для того, чтобы дать отпор этой власти и дать отпор этим правоохранительным органам. То есть и есть очень много нюансов, да, очень много вариантов, как это сделать. Писать жалобы на тех же представителей власти, вот, за все их нарушения, которые в отношении тебя не применяли. Ни один из людей практически этого не делал. Как правило, все подают на апелляцию, апелляция благополучно проходит, и человек такой, ну что, я, в принципе, ладно, заплачу. Но, как мне кажется, это неправильная позиция. То есть необходимо бороться до конца, если вы уже встали на этот путь, если вы изначально даже на площадь вышли, вы же вот тогда, когда вы ходили на площадь, вы же не боялись всего, что с вами будет происходить. Вы очень смело там высказывались по отношению к сотрудникам полиции, к власти в целом. Но вот сейчас я наблюдаю некое затишье. То есть люди не готовы бороться за свои права. И главное, что я предлагаю как раз таки научить людей бороться за свои права и научить их отстаивать свои права. Вот. И мы создали, собственно, на этой почве комитет народного контроля. Туда входят вот мои единомышленники, с которыми мы работаем совместно. И мы помогаем людям писать жалобы на этих сотрудников полиции, писать жалобы в ИСПИЧ, апелляционные жалобы. Вообще, ну, помогаем во всех этих вопросах. Есть юрист, он сегодня не дождался, к сожалению, уже ушел раньше времени. Я хотел ему дать слово, и чтобы вы задали ему вопросы какие-то вот, юридического характера. Вот, собственно, поэтому я призываю всех обращаться к нам или самим как-то вот находить каких-то адвокатов, ну, какие-то знакомства, да, вот, и ни в коем случае не пускать это все на самотек и бороться до конца. Вот. Благодарю, я лично вас благодарю от лица совета. Я с вами полностью согласна, присоединяюсь к каждому слову. Я тоже вижу, что в основном мы защищаемся, но никто не нападает. Поэтому руки у полиции, у власти развязаны. А чтобы это изменить, я считаю, я уже предлагала создать рабочую группу и начать бороться, то есть объединить все успешные, ну, вернее, первые инстанции после судов, в апелляционной инстанции, ну, как бы единым фронтом, что ли, кулаком, сделать какую-то большую кампанию, которая бы показала, что народ может сопротивляться, потому что мы каждый один сам по себе. Это, ну, в частном порядке, так скажем. Да, я даже более скажу, то есть ситуация складывается такая, что в принципе, люди не пишут жалобы, да, на неправомерное задержание, то есть на 48 часов, хотя Верховный суд вынес определение по этому поводу. По идее, человека не должны задерживать. Вот. И у них такая практика сложилась, что они просто берут человека и сразу же пихают в спецприемник. По этому поводу вот, в Думе как раз высказывался Ильичев, по-моему, да, глава УМВД. Вот. И он говорил, ну, у нас есть такое право, типа часть шестая, часть восьмая дает нам такое право взять человека и отправить его в спецприемник. Но это не так.
это нарушение. У них должны быть серьезные обоснования на этот счет. И он это прямо с площадки был, это говорит. Вот я когда это слушал, у меня, честно, волосы дымом просто вставали. А завтра что им будет, какое право, я не знаю, там, пинать это, избивать, и все это будет им заходить с рук. Вот мы обратились по отцу Винарскому, да, к уполномоченному по правам человека. Там была своя история на почте, что нас они пытались выгнать, чтобы мы там не подписывали. Но вот людям приходится обращаться, интересно, что ответят по отцу Винарскому на это обращение, уполномоченный по правам человека. Ну, правда, в Хабаровском крае. То есть нужно объединить, мне кажется, всех, кто пострадал, и обратиться единым фронтом, и пусть уже это нельзя замалчивать. Конечно. То есть и необходимо создавать прецедент даже по тем же самым задержаниям, когда сотрудники полиции сами заплатят компенсацию какую-то, да, одному, второму, третьему, четвертому за это неправомерное задержание, они сами уже в следующий раз подумают 10 раз, подчиняться этому приказу начальника, выполнять его, устный этот приказ, или нет. Спасибо. Сейчас они защищены полностью, поэтому безнаказанно. По поводу обращений хотелось бы заметить некоторые вещи. Сейчас мы уже просто 9-й месяц наблюдаем за делом Платошкина Николая Николаевича. И мы видим, мы сами подписи собирали и обращались и в прокуратуру, и в Следственный комитет. И мне очень тяжело вериться, что и в этом случае эта вся система будет работать с подписями, письмами. Пишите, не пишите, делайте, не делайте, им все равно наплевать. Они защищены законом, они его трактуют как им угодно. И пока мы их не заставим трактовать закон так, как нам надо, они будут его использовать в своем интересе и как им угодно. А путь только здесь один. Нам надо прийти на выборы и убрать эту власть, поставить своих кандидатов, которые там будут представлять наши интересы, а не интересы какого-то олигархата, которые пилят и выводят, пилят и выводят. Посмотрите, вот сейчас Амур растает, только сойдет лед, тут же напротив утеса встанут баржи с лесом на риф. Все, наш лес дальше поплыл. Каждые 20-30 минут по железной дороге идет состав с углем. Куда? В Карелию, куда угодно. Трубы закопаны, газ идет, труба упирается в границу, наши села сидят без газа. Также электричество. Мы отсюда, вот когда митинги у нас были на Комсомольской площади, в хорошую погоду очень хорошо китайскую пагоду видно на Большом Уссурийском. А чуть-чуть, если приблизиться вот так к пагоду, перед ней провода очень большая, серьезная ВЭП, тоже идет в Китай электричество. И им продают по ценам совсем отличным, чем продают нам. Я это хорошо на себе знаю, у меня дом на электрическом отоплении. Я плачу по 15-20 тысяч в месяц, а зимой еще больше. Ну, господин Труднев как раз-таки тарифами и занимается. Ну, у нас уже эта фамилия прозвучала. Лучше бы он Шахов. Есть еще желающие выступить? Надо обращаться. Под лежачий камень вода не течет. Надо писать, что мы категорически против его кандидатуры. Что он сделал хорошего? Привел такие деньги для нас, дальневосточников. Ну, смотрите, мы в принципе понимаем, да, и много вопросов поднимаем, очень важных. Но все равно мы потом сводимся все равно к выборам. Это единственный тот самый метод, который вообще способен что-либо изменить. Единственный, другого нет. В основном мы просто так и остаемся, как, ну, не знаю, для барина, наверное, выглядит, что народ что-то просит там. Ну давайте здесь петельку на шее маленько ослабим, а то ему дышится тяжело. Вот это так выглядит. Понятно, да, что это все очень сложно, вот эти все вот законы о выборах их переписали и кардинально. Нету там, в принципе, и порога явки нету, нету графы против, там много чего сейчас нету. Но мы, в принципе, способны, если по-настоящему организовавшись, усложнить и для них эту задачу. Потому что ну, мы на самом деле, мы сами по себе, достойны этой власти, мы сами разбиты. Мы не объединены, народ вообще никак. Да, мы по группам, по всяким разным лагерям, а общего объединения народа нет. Вот поэтому мы призываем вообще людей объединяться. И не важно,
пускай это будет народный совет, пускай это будет там любое движение, там, Егоровны, оно так называется, если не ошибаюсь. Председатель Егоровна, да. То есть в любое движение вступайте, но нам нужно координировать между собой действия, самое главное. Это координация. Да, должны кандидаты быть. И это не причем не только город, это надо охватывать полностью весь край. И дальше вот мы говорим обращаться к приморчанам, да, вот, то есть им помочь чем-то. Многие люди ждут успешного, как сказать, примера. Давайте мы этот пример покажем. Вот мы сегодня собрались, если у нас есть отсчет, да, мы. Да, что-то сделали, я бы сократил. Но на самом деле сделано было много больше. И вот мы хотим примерами показать, что мы, как народ, много что можем сделать. Надо брать и делать. И главное, не противопоставлять себя друг другу. Вот это основное. Я считаю, что надо и в Москву обращаться, и к этому Екатереву, пусть знает наше мнение. Вот так. Я бы хотела резюмировать и сделать небольшой анонс следующей конференции Народного совета, которая будет 14-11 апреля, потому что на одной из целей, я считаю, нашей работы должна быть такая работа по просвещению. Почему? Потому что мы все люди заняты, мы все, мы будем говорить честно и прямо, нам некогда разбираться в нашем государственном устройстве, нам некогда разбираться во всех денежных потоках, как оно у нас вообще внутри устроено. Почему, несмотря на то, что и деньги есть, денег ни у кого нет. И вот следующие темы конференции, ну как минимум, будут, это опять посвящены ресурсам, опять протесту. И вот инициативы, в рамках которых сегодня прозвучали, мы постараемся вынести в каком-то виде, ну, чтобы их уже можно было обсуждать. Давайте все выносите хотя бы в YouTube. И еще хочу сказать, что нам нужны люди, потому что мы не можем, мы не площадка, то есть мы не волшебники, которые раз и все сделали. Нам нужны единомышленники, руки, головы и время наше драгоценное. Да, вот еще хотелось бы дополнить, помимо конференции, которая будет проходить, после вот, предыдущей конференции закончилась, нам вот тоже высказали такое предложение о том, чтобы заранее и объявлять о конференции, и призывать людей, если кто-то хочет, у кого-то есть какие-то интересные темы для обсуждения, кто-то ну, в какой-то теме хорошо разбирается, да, изучил ее, то точно так же этот человек может прийти там, Народный совет обратиться и выступить с докладом на злободневную тему на нашей конференции. Поэтому обращайтесь и через паблик Народный совет 27. Ну и мне можете писать также в Инстаграме. И обязательно будем включать эти темы. Тем на самом деле очень много. И может быть ну, даже не на следующей конференции, а еще через одну удастся выслушать всех. И еще тоже небольшой такой анонс. Скоро Народный совет 27 собирается посетить Комсомольск на Амуре и Амурск. Информацию более конкретную мы позже дадим, но вот ждем также наших сторонников в этих городах для того, чтобы объединяться и вместе действовать. О том, где будет происходить конференция в Амурске и Комсомольске, вы сообщите посредством чего? Где искать информацию? Информация всегда есть на нашем паблики, да, Народный совет 27 в Инстаграме, через WhatsApp-группы, те, кто состоят в WhatsApp-группах, группы Народный совет 27 в Телеграме точно так же. Ну и мы стараемся закидывать информацию, конечно, во все группы, в которых мы просто есть. И также вот председатель Егоровна, потом «Свобода слова», по-моему, «Движение перемен». Ну, то есть все группы, которые у нас есть, мы везде информацию свою закидываю. Поэтому, если вам самим прежде всего интересна деятельность Народного совета, то просим подписаться тогда на наши каналы, которые у нас есть, каналы связи, да, социальные сети. Там обязательно будет вся информация, и через эти каналы связи как раз можно и обратную связь получить. И записаться в наблюдатели, и попасть в Народный совет, и заполнить анкету, и так далее. У меня еще один вопрос. В самом начале Денис сказал, что на прошлом заседании Народного совета подвели итоги, да, и, ну, что сделал Народный совет, в принципе, вот 14 числа, который был. А, прошу прощения. Просто сказали о том, что составлен отчет о проделанной работе, да? Я его сегодня зачитал.
Да, это все. А где люди могут с ним ознакомиться? Почитать о нем. Могут прийти и посмотреть ролики. То есть я его просто зачитал отчет. Он будет где-то документирован? Ну, если такая необходимость есть, то он может сделать его. Ну да, я думаю, что мы даже подготовим, да, подготовим, наверное, какой-то ролик. У нас на самом деле он уже в разработке идет, но опять же, за счет того, что у нас мало все-таки активных людей, вот там, например, требуются люди, да, которые могут ролики монтировать, которые могут снимать. Вот, приглашаем, ждем. На самом деле, вот такая вроде бы простая элементарная помощь, да, ну, не может там 5 человек, 10 человек быть профессионалами просто во всем. Поэтому мы и призываем всех объединяться и вместе от каждого по способности, и потом будет у нас результат. Ждем вас. Спасибо. Вопросов нет больше? У меня точно нет. Еще у нас целых 15 минут, можно тогда я 5 копеек своих вставлю? Я вижу. Значит, я хотел бы вкратце сказать словами народными и народной мудрости. Сдаться в начале пути – это слабость, сдаться в середине пути – это глупость. Поэтому либо мы идем, либо тогда свой путь не надо было и начинать. Раз мы начали этот путь, мы должны его завершить. И завершить с победой. Победа вполне реальна. Я это в том числе испытал на своей шкуре. И как Андрей подтверждает, что вполне возможно победу одержать. Но только сообща. Чего боится власть и чего нам нужно у нее поучиться. И в принципе Единая Россия, надо и обращать на нее внимание, на эту партию провластную. Они консолидировали вокруг себя огромное количество людей. Это количество людей имеет огромную силу. Какими способами они вокруг себя сплотили этих людей? Где-то финансами, где-то административными ресурсами, где-то обещаниями, в том числе и карьерного роста и так далее. Но они сплотили. Это единая сила. Что мы часто слышали на нашем поле боя, на площади Ленина и нашествия? Какие слова мы слышали, какие слова звучали? Вместе мы сила. Так вот, именно это Единая Россия и делает. Нам же она втюхивает в наши уста разрозненность и элементы этой разрозненности. И мы это, извините меня за грубость, мы это хаваем, да? Мы это поглощаем и действуем разрозненно. Но солнце встает на востоке, и именно с Хабаровска, я считаю, и нужно вот это все начинать, потому что такая площадка, как Народный совет 27, которая независима от никаких своих там политических взглядов и других направленностей, объединила вокруг себя множество движений и огромное количество людей. Это наша возможность и это наш шанс одержать эту победу. Вот это и нужно сделать. Как ни крути, все пути приводят только к одному. Есть два пути решения вот нашей проблемы, да, смещения власти. Один, о котором я не хочу говорить, а второй это только через выборы. Куда ни кидайся, все упирается в выборы. Строительство там какого-то, снос бараков, выборы. Потому что надо во власть войти, потому что власть решает эти вопросы. Где-то какие-то льготы, опять выборы. Социалка, опять выборы. Куда ни кинься, везде все выборы. Поэтому нужно подготовить своих кандидатов однозначно. Нужно перекрыть все участки. Это вполне реально можно сделать. Подобрав команду, подготовив ее тщательнейшим образом. Можем это сделать? Можем. Делаем. Спасибо. Но если вопросов нет, большая благодарность всем за то, что вы сегодня в такую погоду пришли сюда. Здесь, как вот обычно, на наших мероприятиях присутствует самая активная часть нашего общества, нашего населения. Вот уходя отсюда, каждый должен понимать свою такую, ну, может, громко сказано, какую-то миссию, задачу, да, чтобы то, что мы здесь сегодня обсудили, не осталось вот здесь, в этих стенах, а пошло как информационным потоком к другим людям, о Народном совете, о деятельности людей, о том, что все можно изменить. Потому что очень много в людях, конечно, мы ничего не можем, от нас ничего не зависит. Нет, все зависит именно и только от нас.
Поэтому всем всего доброго и до новых встреч. Встретимся еще на наших мероприятиях. Спасибо. Если кто-то решил заполнить анкету о вступлении в Народный совет, то, пожалуйста, можем раздать анкетки и заполнить их. Спасибо. Всем еще раз здравствуйте. Это была пресс-конференция с Народным советом 27. Спасибо, что были с нами. Народный совет рассказал сегодня, что они сделали за 4 месяца и что предстоит еще сделать.